Спасибо, спасибо юридическому институту! Ну а мы приглашаем на сцену команду Института аэропортов и Института экологической безопасности. Привет, Национальный авиационный университет! Вот наступил апрель, на улице стало тепло, уже все одели свои весенние куртки. Но еще важно то, что на дворе сейчас 2013 год, двойной юбилей, 80 лет НАУ, 35 лет студвесне. Возникает вопрос, чем студенты занимались 45 лет? Ну как чем? Учились. Судите сами, до студвесны, 56 год, Аэрофлот стал лучшим в мире. 61 год, Гагарин летит в космос. 70-й создан беспилотный самолет. После студвесны. В 86-м в меню добавлен рыбный бутерброд. 91-й развал Союза. В 2012-м проиграли снежки КПИ. И в 2013-м в НАУ сняли Харлем Шейк. Студвесна, что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Да, но были и светлые моменты. Да, и светлые, и темные, и нефильтрованные. И коллекционные армянские тоже были. И сегодня, в честь юбилея, мы вам покажем историю студвесны от периода ее становления до современности. Итак, 78-й год, первая студвесна. Добрый вечер, студенты, аспиранты и товарищи преподаватели. Ну, в общем, здравствуй, Киевский институт инженеров гражданской авиации. Рады всех вас видеть в этом уютном актовом зале первого корпуса. Ну что ж, авиаторы, собрались, полетели! А сейчас на сцену рвется победитель Олимпиады по математике, студент третьего курса факультета авиационного оборудования Дима Черноух со своим актуальным каламбуром. Здравствуйте. Знаете, а на меня вчера людоед напал, но он меня не съел, потому что он людоед, а не димоед. Видите, передовик в учебе, передовик и в юморе. Да-да, это он, это наш самородок, которого мы откопали на кафедре. Сейчас Руслан Бреус покажет вам легкий актерский этюд «Лев Лещенко дрессирует собаку». Лай, лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, хау-хау. Сейчас настало время объявить благодарности нашим спонсорам. Благодарим Коммунистическую партию Советского Союза за все. Также благодарим братскую нам Чехословакию за этот шикарный брючный костюм. Не забываем говорить спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам, ну, студенческого бистро. А также нашему партнеру телеграфу Паутина. Паутина граф. Увеличь себе телеграф. Особая благодарность трехлетнему мальчику Максимке Георгиевичу Лунскому. Спасибо за то, что ты есть. А сейчас уже на сцену хотят выйти наши преподаватели. Это заместители декана нашего факультета Матвеева Ирина Валерьевна и Белятинский Андрей Александрович. И эти люди не только помогли нам в написании сценария, но и лично выделили 10 рублей. Спасибо. Но не 10 рублей, это было бы очень щедро. 9 рублей. Мы все-таки заместители декана, а не представители ректората.
Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы вы поддержали наших ребят. Ведь начиная с ними играть в ту весну, я сама стала такая, как они. Вы не поверите, я стала недосыпать. Я пропускаю пары, а вчера я имела проблемы с СБ. Ирина Валерьевна, как мы учили с вами? Поехали! Филиппинфарская птуха и Ну что ж, порадуйте нас оригинальным номером. Да. Ну знаете, может еще и рано, может и не настало его время. 1979 год. 100 весна. Все только начинается. Друзья, ну что, шли 80-е, 100 весна обзавелась соревновательным характером, а вместе с ним появились первые споры. Раньше все решали в темную на интеграле. Сейчас все решается, кто кого уважает, решается ВКонтакте. Поэтому сегодня студ весна стала не такая интересная. Но на смену 80-м наступили лихие 90-е, которые принесли в студ весну романтику легкого постперестроечного позитива. Ну что ж, встречаем, пацаны 90-х! Испортим самолеты. Ну а девушек? А девушек потом. Прямо на грани шутка. А также сегодня в нашем концерте самые актуальные миниатюры. Дорогие коллеги, бытует мнение, что на нашей кафедре кто-то берет взятки. Ой, даже не знаю, кто это может быть. Первое выступление фриса вне конкурса. С Новым годом, пошёл нафиг. Непревзойденные пародии. Кролики – это не только ценный мех, но и перспективные АВТ и ПСУ. Пацаны в пачках. Раскрытие авиационной тематики. Дринкинс, сколько нам осталось до падения? 147 серий, сэр! Отлично! Значит, я еще успею поплавать в бассейне НАУ! Лучший номер оригинального жанра! И новинка сезона! Синхро-буфонада! На дискотеке. Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Аш, 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 на тебя до улыбка. Я скорей, увози нас до моей. Я тебя мой. Девчонка, 16 лет. Я не так, но тебе потребен. Yeah.
на 97, приходи, в общаге делать нечего. Ну что ж, друзья, шли 90-е, и в 90-х появилось много студвесенских традиций. Но не все из них дожили до нашего времени. Но одна традиция — не ходить на пары во время студвесны — прекрасно живет и в нашем времени. На смену 90-м пришли нестабильные 2000-е, и люди могли спастись только юмором. Итак, студвесна 2000-е! Это все не то. А ты вообще кто? Я чемпион ассоциации КВН Украины. И я знаю, что вам нужно для успеха. Крутые декорации? Сохранение традиций? А может, пивасик? Нет. КВН, поехали! Ну что ж, друзья, бьем актуалом в мозг. Блок новостей, вести с полей. А работники ЖЭКа так ненавидят людей, что даже не размножаются. А в многодетной семье в школу не ходят, чтоб мать лишний раз не забеременела. Кентавр цыган ворует сам себя. Друзья, нашей команде так надоело, что каждый год на студвесне шутят на одни и те же темы. Поэтому после сегодняшнего дня мы предлагаем закрыть вопрос с наузками над внутряками навсегда. Итак, самая актуальная миниатюра для студвесны. Ты слышал? Самолет возле восьмерки взлетел и в бассейн упал. Ого, а кто это тебе сказал? Яскель или Степура? Нет, я когда за пиццей шел мимо второй общаги, ко мне СБшник подходит, предъявляет айсик и говорит, как пройти во второй корпус. И лишних слов не надо. Студвесенская попури. Отметала я бутерброда рыбного. Он на вид хамененький, а на вкус солененький. Опа, опа, зеленая ограда. А кто разбил окно в общаге, это все с утра. Да. Если мой билет и расчетку там нашли, целый день они решали, даже на пары не пошли. Полюбила парня я, отказался с КПИ. Нафига мне с КПИ, когда на улице твои. Опа, опа, зеленая ограда. А СП приняла мента, так ему и надо. Друзья, мы показали вам 102 трех десятилетий. Но на самом деле это просто взгляд с нашей колокольни. Потому что мы тогда не жили, и мы ничего не знаем. Но мы знаем одно. Студвесне 35 лет, и она в полном расцвете сил. Поэтому студвесна 2013. Только вперед! It's okay, I get it poppin'. Let the bass kick. Get it.
I get it poppin'. Let the bass kick. Концерт ИА плюс ИЭБ. Студвесна уже не та.